хоккейным болельщикам Татарстана добрых выходных дней. Но мы приглашаем всех в нефтяную столицу республики. В середине апреля в Альметьевске даже без игр плей-офф заметное хоккейное движение. Турнир четырех наций, выставочный матч. Но мы с вами отправляемся в Ледовый дворец «Спутник», туда, где два десятилетия назад начинал свою карьеру теперешняя звезда «Барса» Артем Лукоянов. Сегодня Лукоянов гостит у своего первого тренера Александра Комарова и нынешних девятилетних ребят, которых он тренирует. Нет такого чувства, что тренер до сих пор тобой руководит. Почему бы и нет? Он же тренер, а я игрок, поэтому наоборот. Надо послушать, увидеть и правильно сделать. Ты чей мастер-класс-то? Мастер-класс? Да, я думаю, здесь, наверное, больше ребят удовольствие получат, потому что я с ними покатаюсь, позанимаюсь и эмоции какие-то, поэтому... Мы послушаем нашего тренера. Комаров на сегодняшний день один из самых успешных детских тренеров школы «Нефтяник». Сегодня высматривает таланты среди детишек, подобно тому, как высмотрел задатки игрока в пацане Лукоянова. Об Артеме и секретах тренерского дела Александр Комаров разговаривает охотно. Вообще, насчет физических качеств, это один из сильнейших был в плане функциональной подготовки. Кроссы бегал вообще, изумительно вообще. 3 километра пробегает, я говорю, все, хватит, он говорит... А можно, говорит, еще? Я говорю, нет, отдыхаем. Ну, короче, у него дыхание было вообще очень идеальное. В этом плане вообще проблем не было. А сегодня есть такие? А? Сегодня есть такие? Ну, мы еще не бегаем таких дистанций, но функционалка у многих ребят хорошая. Пока до такого возраста, как Артем, они еще не доросли. У меня же этим мальчикам 9 лет, а Артему еще в команде не было. Он только осенью пришел, понимаете? Я только осенью его нашел. Поэтому... А в чем секрет ваш тренерский? Ну, говорят, что куда бы вы ни приехали, вы все равно выиграете. И у соперников уже заранее паническое настроение. Я что могу сказать? Может, они перегорают об этом, то, что думают. Ну, мы просто настраиваемся на игру, объясняем, доводим, для чего мы приехали, зачем мы приехали. Если, допустим, сильная команда, как играть? Ну, просто разговариваем с мальчиками. У нас просто девиз такой, один за всех, все за одного. И приезжать надо в любом случае побеждать, чтобы у мальчиков было чувство победителя. А так заранее приезжать, там вот руки опускать, ну это смысл. Хоккеисты никогда не получится с таких мальчиков, понимаете? Растить настоящих хоккеистов – дело нелегкое. Но есть призвание, отсюда и результаты. Сегодня вокруг Комарова снова талантливые ребята, которые знают, чего хотят, и не стесняются об этом говорить вслух. А что, пацаны, кто хочет стать Лукояновым? Я! У меня 2 руки, значит, я стану. Ну, я! Ты точно Лукоянов, тебя узнал! Ой, ну, вся моя молодость и юность прошла вот именно в этом дворце. Здесь раньше, конечно, было намного скромнее и холодно очень. Если на улице было минус 25, то здесь все минус 35 было. Поэтому приходили и в 5, и в 6 утра кататься. И удовольствие получали здесь. Было, конечно, намного скромнее. Но сейчас вот смотришь, ну, детишкам нравится вроде, особенно вот в этом возрасте. Получают удовольствие. Даже хоккей больше нравится, чем школа. Поэтому все впереди у них, если будет заниматься. У них такой тренер, который достиг многого, вырастил. И нет ни одного года, чтобы он где-то промахнулся. Всегда у них чемпионы, всегда что-то выигрывают. Так что здорово, что у них есть такой тренер. Так, значит, красный черный остались. Сейчас Артем, значит, за одну пятерку играет, потом за вашу. Ред Машин. А кто такой Артем Лукоянов, ребят? Артем Лукоянов. Это хоккеист, нападающий от Барса. Играет под 89 номером. Википедию читали, что ли? Нет, мы уже знаем. Играет в левую руку. А где он родился? Откуда вышел? Он родился в Альметьевске. Он играл сначала в футбол. И его Александр Андреевич, он увидел его и позвал его в хоккей. Он переговорил с его папой, он отказался
теперь любит хоккей. Вот так просто, по-детски, он теперь любит хоккей. А без любви к делу, которому посвящаешь жизнь, хорошего результата не добиться. Аксиома. Я же был в новом тренировочном дворце и поразил, конечно, что пальмейцы есть. Смогли такое сделать. Есть только у нас и в Питере, наверное, такое. Вообще понравилось. И даже остаться хочется здесь. Мне кажется, вот сейчас спрашивал, заходишь туда, и можно сутки провести. Там можно и покушать, и поспать, и потренироваться, поэтому даже на улицу не хочется выходить. Здорово, конечно, что у нас Татнефть делает для этого. Для детей, самое главное, хоккей развивается. Я думаю, в будущем может здесь и клуб КХЛ появится. А что не, почему? Все возможно с нашим руководством. Поэтому большое спасибо. Чего не было у нас в детстве, теперь есть у них. Это самое главное. Отлично, что у этого поколения уже есть все, чтобы круглый год заниматься любимой игрой. А то, что рядом с ними катается не какой-то герой с обложки, а обычный альметьевский парень, который вырос на этой же хоккейной коробке и дорос до Кубка Гагарина, лишний раз убеждает мальчишек, что все в их руках. Здесь я в порядке. Айда хоккей, айда Татнефть, айда заниматься.